Вакцинация была и остается единственным способом обезопасить себя от коронавируса. Если вам дороги ваша жизнь и здоровье, сделайте прививку. Время раздумий и сомнений уже прошло. Количество летальных исходов растет. Многие славянцы сделали прививку и не отмечают никаких побочных эффектов. Прививку я сделал 2 дня назад. Решил защитить себя, потому что много бываю в различных публичных местах, контактирую с различными людьми. Могу заразиться, могу сам быть переносчиком, поэтому лучше всего, конечно, быть привитым и защититься от этой болезни. Лучше одни сутки немножечко перележать, почувствовать, пережить эти легкие побочные действия от прививки. Ну, температура, как и от любой прививки, как грипп, так и от коронавируса прививка, собственно, симптомы одинаковые. Температура невысокая была, 37,2. Сегодня уже второй день после прививки, на ногах, на работе, все в порядке. Но я считаю, что прививка – это дело в первую очередь личное. Каждый выбирает для себя подвергать свое здоровье риску, будучи непривитым, заразиться коронавирусом, не дай бог попасть в ковидный госпиталь с последствиями и так далее. Либо сделать прививку и защитить себя. Это выбор каждого. Ну, я выбрал защититься.